Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, дорогие телезрители. Кровеносная система человека замкнута и имеет два круга кровообращения – большое и малое. Основным органом, обеспечивающим движение крови, является сердце. В настоящее время мы часто сталкиваемся с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И сегодня в программе «Семейный доктор» квалифицированные специалисты научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней города Алматы расскажут нам о ишемических заболеваниях сердца, о методах лечения и реабилитации. Не переключайтесь, будьте с нами. Сердце человека является важнейшим органом в организме. Именно оно обеспечивает и поддерживает жизнь в человеке. Сердце представляет собой полумышечный орган, имеющий вход и выход. Некоторые не знают, где находится оно. Так вот, находится сердце в центре грудной клетки, немного смещено к низу влево. Такое расположение органа обеспечено безопасностью этого места. Спереди надежно защищает грудина, сзади позвоночник, по бокам реберные дуги. В природе существуют патологии, которые могут привести к дисфункции нашего мотора, и одной из них – это ишемическая болезнь сердца. Аббревиатура ишемическая болезнь сердца, кратко ИБС, это болезнь 20-21 века. Одна из распространенных видов заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к смерти и инвалидизации. Ишемическая болезнь сердца, это ишемия, это означает, что сосуды сердца не получают в достаточном количестве кислорода и питательных веществ. С возрастом это заболевание прогрессирует, но она усугубляется еще несколькими факторами. Это первое – неправильный образ жизни, неправильное питание, вредные привычки или вредные болезни – курение, наркомания, алкоголизм. И дополнительно это обменные заболевания – это сахарный диабет, ожирение, гиподинамия. Конечно, раньше ишемическая болезнь сердца, она являлась болезнью взрослого населения, но на данный момент ишемическая болезнь сердца, вообще все заболевания омолодились, поэтому эти факторы риска всегда присущи при этой патологии. В молодом возрасте у человека сосуды сердца эластичные, они не подвержены атеросклеротическим изменениям, но с возрастом сосуды сердца начинают уплотняться, и в связи с этим эластичность теряется. И как сказать, как в любой системе, водопроводной системе, даже канализационной системе, все куда-то худеет или забивается. То же самое происходит с сосудом сердца. В сердце имеются две главные артерии. Левая коронарная артерия и правая коронарная артерия. Кто-то говорит венечная артерия. Это одна аббревиатура одинаковая. Но Бог любит Троицу, мы подразделяем три артерии. Главных артерий – это переднисходящая и передняя межжелудочная артерия, правая коронарная артерия и огибающая артерия. И в зависимости от того, насколько они поражены, а их диаметр варьирует от 3,5 до 2 мм в норме, если уменьшается, то питание должным образом не поступает. И возникает ишемия. И в дальнейшем может привести к осложнениям, к инфаркту. Но на сегодняшний день специалисты кардиохирургической службы в большинстве случаев решают возникшую проблему. Наша программа, как говорится, развитие кардиологической и кардиохирургической службы Саламат Казахстана, которая во всех регионах имеет кардиохирургические клиники с поддержкой интервенционной кардиологии, это коронарографии. Сейчас, в данный момент, болезнь системы кровообращения резко уменьшилась. Это одно из направлений программы 2030-2050, чтобы войти в лучшие страны 30-ки, чтобы уменьшить смертность от заболеваний сердечно-сосудистой патологии. Это в данный момент ишемическая болезнь сердца стоит на первом месте. Очень важно при этой патологии обратить внимание на симптомы. И первые признаки при ишемической болезни сердца – это боль за грудиной. Они могут характеризоваться как бы ноющий характер, но большинство кинжального характера, который иррадирует или в лопатку,
или в ключицу, или в левую руку, или в области левой шеи, которую действительно сердце как бы плачет или кричит, что, извините, у меня проблемы, дай мне кислород. И в таких ситуациях человек должен остановиться, и если он предрасположен, его был у врача, и врач обязательно посоветует всегда держать в кармане, в близком кармане, в правом рубашечном кармане нитроглицерин, ну, аналоги изокеты, побрызнуть под язык или подложить таблетку под язык. Если боли стихли, значит, это в действительности один из предикторов ишемической болезни сердца. Лет 30-35 назад ишемическим болезням сердца были предрасположены взрослые, зачастую мужской контингент до 90% населения. В наше же время, то есть в сегодняшних реалиях, эта патология бытует у молодежи, у лиц 20-25-летнего возраста. Это связано, вот как я сказал в самом начале, это связано с простыми факторами, это неправильным питанием, неправильным образом жизни, стрессовые ситуации, сопутствующие заболевания, как сахарный диабет, ожирение, там, зобы, все остальное. И надо вовремя просто обращаться, контролировать холестерин в крови, контролировать сахар в крови, контролировать давление, чтобы, извините, первым предиктором ишемической болезни это повышение давления. Она просто так не возникает. Это значит, сосуд действительно чуть сузился, и сердце хочет протолкнуть, чтобы дошло до точки мишени. А этого не происходит. В связи с этим, как говорится, нужно обращаться вовремя к специалистам. Ишемическая болезнь сердца, как и в развитых странах, так и в Республике Казахстан, является одной из ведущих причин смертности населения. Поэтому эта патология очень серьезная патология, к которому мы должны обратить очень большое внимание. На данный момент увеличивается кардиохирургические вмешательства у пациентов ИБС с хронической сердечной недостаточностью, осложненные состояния. Все мы понимаем и знаем, что играть с жизненно важным органом, как сердце, нельзя. С ним шутки плохие и могут обернуться для человека плачевной ситуацией, как специалисты сказали выше, инфарктом, приводящий к остановке сердца. Или даже если обширный трансмуральный инфаркт, иногда сердце может разорваться. Потому что это простыми словами, простыми обывательскими словами, если вот перевязать руку, допустим, рука почернеет, то же самое, и если не будет поступать в область мышцы, сердечной мышцы кровь, она почернеет, и она не будет структурной, ну, простыми словами, структурно связывающей способности не будет, и она просто лопнет. Говорят же, в 17-16 веке, как говорят, сердце лопнуло или сердце разорвалось от там, стресса, от нагрузки или что-то тяжелое по нему. В действительности это не просто обывательские вещи пришли к нам, действительно так происходит. Также для ишемической болезни сердца важна ранняя диагностика и обследование. Одним из диагностики, если уже случилось при предвестником клиники боли за грудины, проводится поликлиническом диагностическом центре. Вам еще не было инфаркта, но вы, извините, проведите. Обычный есть такой тест, тредмил тест, который есть на велосипеде, есть на беговой дорожке, нагрузки, которые, это очень просто, цепляется ЭКГ в липучке, человек дает нагрузку определенную. Это. При этом контролируется ЭКГ синхронно, и если появляется на ЭКГ ишемия, значит, имеется предвестник ишемической болезни сердца. В этот момент вы уже целенаправленно обращаетесь к интервенционному кардиологу, который проводит коронографию и может поставить стент и направить к кардиохирургу, и в дальнейшем назначается лечение. Существуют, конечно, различные методики лечения ишемической болезни сердца, как консервативная терапия, так и оперативное вмешательство при ишемической болезни сердца. То есть на данный момент мы говорим об ишемической болезни сердца у пациентов после перенесенных коронарных оперативных вмешательств. Это аортокоронарное шунтирование. Когда консервативная терапия ишемической болезни сердца неэффективна, когда снижается качество жизни больного, когда физически обычные нагрузки
невыполнимы пациентам, когда возникает осложнение как в виде хронической сердечной недостаточности, одышки, выраженной слабости. Также, когда имеет место многососудистые поражения коронарных артерий, мы прибегаем уже к более другим методам лечения, как оперативное вмешательство на сердце. Первый президент России Ельцин, ему когда-то прооперировали аорту на шунтирование, и он после этого еще 10 лет прожил. Это делается разрез грудной клетки. Видов разрезов очень много сейчас, например. Были раньше до 95% срединной стенотомии. Сейчас делается торакотомии, менее инвазивные методы вмешательства. Ну, это зависит от специальности клиники, кто чем владеет. Но стандартно это срединный разрез. При этом все контролируется анестезиологами, реаниматологами, и при котором это как обычная операция для кардиохирургов. Аорт-канал-шунтирование. Для простых людей, если аппендицит, все, каждый второй по счету аппендицитом был, допустим, это то же самое, такая же операция, как для общего хирурга аппендицит. Это с опытом хирург, который 2 года проработал, он имеет такую должен владеть этой операцией. Операция на сердце проводится каждый день. После операции пациент попадает в стационарное отделение. Врачи каждое утро делают обход, бдительно следят за состоянием и самочувствием пациента. Немаловажную роль после лечебных манипуляций играет реабилитация, что в свою очередь положительно сказывается на здоровье человека. На данный момент мы проводим в нашем институте кардиологии, значит, этап реабилитации, госпитальный этап реабилитации. Далее мы предлагаем пациенту амбулаторный этап реабилитации. И есть возможность предложить пациенту и поддерживающую реабилитацию. На госпитальном этапе реабилитации мы проводим следующие аспекты реабилитации. Это фармакологический аспект, физический аспект. Далее психологический аспект реабилитации. Тем самым, улучшая качество пациента, подбираем индивидуальные физические нагрузки, тренировки, определяем по индивидуальному реабилитационному пациенту дальнейшие нагрузки физической активности, подбираем программу реабилитации. Так как реабилитационный период проводят в несколько этапов, ранний этап проводится в отделении кардиохирургии пациентам, которые только перенесли операцию. Мы с вами находимся в зале лечебной физкультуры, в котором проводится физический аспект реабилитации наших кардиологических пациентов. Мы проводим дыхательную гимнастику, проводим гимнастику, адаптирующую наших пациенток к физическим нагрузкам, которая позволяет им вернуться в полную, богатую событиями жизни. Заниматься обыденными занятиями, домашними, а также вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей. Лечебный массаж при ишемической болезни сердца входит в число обязательных процедур при комплексной терапии заболевания. Периодичность, а также длительность каждой процедуры массажа определяется индивидуально, в зависимости от состояния пациента. Массаж проводится при отсутствии боли и нарушении сердечного ритма, а также лейкоцитоза. Самое главное при любом заболевании не падать духом и не угнетать себя психологически. Мы создаем условия для лечения. По этим шунтам, по этим сосудам проходят лекарственные препараты и проходит питание. Мы не лечим. И мы убеждаем пациентов, что пациент должен перетрансформироваться в голове психологически. Самое главное, если он не изменится, простыми словами, это напрасный труд и напрасный риск других людей. Сердце занимает одно из главных мест в человеческом организме, берет на себя колоссальную нагрузку в жизнедеятельности человека. От состояния наших сердец зависит жизнь вокруг нас. И если у вас появились вышеперечисленные врачами симптомы и признаки, необходимо срочно обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Ну а самое главное – профилактика. Отказ от всех вредных привычек, которые могут стать предиктором ишемической болезни сердца. Ну а с вами была программа «Семейный доктор». Берегите себя, свои сердца и будьте здоровы!